Народный опыт. Значит, я еще раз отдельно здороваюсь с Николаем Склокиным. У него несколько дней назад был день рождения. Вот. И я, чтобы найти, поздравить его, я взял, набрал Николай Склокин. Это через этот, как он называется, Одноклассники пришла информация, что у Николая день рождения, да? Я набираю Николай Склокин и натыкаюсь на письмо, которое, ну, мы с вами не читали. Я-то прочитал, а потом я тут же наткнулся, пусть это уже май, там 20-е, допустим, мая 20-го года. Думаю, да господи, ну как я его вам-то не показал? Что же это? Я... Ну, понятно. Здравствуйте, ВК. Вот вы меня напрягли. Это я на него давил, мне нужен был его опыт. Вот я его напряг. Из нашей переписки я нашел о густоте посадок. А об уграх ямах мне было известно еще до нашего знакомства. Впервые это я стал наблюдать следующим образом. Еду по одной деревне и вижу интересный сруб. И около него деда. Останавливаюсь и спрашиваю, что это будет? Дед отвечает, строю баню. Я спрашиваю, а из какого дерева он ее строит? Отвечает, из осины. Раньше строили бани только из осины. Кстати, я же не лесоруб, не строитель. Я первый раз это читаю. Так, пообщавшись, уже уходя, говорю, построили такую же. Он говорит, но осину нужно брать верховую. Я спрашиваю, как понять верховую? Отвечает, та, что растет на буграх, возвышенностях, холмах. Там она не гниет. О, вот что дети должны знать. Взяв бензопилу, я столько их спилил в разных местах, чтобы убедиться в истинности слов. Следующий случай. Мне нужны были слеги для скворечников. Выписал, и лесник сказал, где есть сухостой сосны. Погибшими были как раз в ямках, низинах, на что я и обратил внимание. Про возвышенные места для деревьев кустарников я увидел в одном заграничном видео. Ну что, заграница нам помогла, а? Видите, доктор наук. Доктор наук, который взял все-таки лопату, а так как он торгует саженцами, то он должен был сделать фильм, чтобы авторитетно выглядело, что вот как нас это самое сгноить яблони, особенно грушу. Да еще не просто сгноить, нет. Правильно! Эта яма, вот сейчас бордюр делает, видите, она большая-большая, я вам показывал несколько фотографий. Она провалится 100%, провалится где-то настолько. Бедная груша. Так вот, смотрите дальше. Деревня Майна окрашивалась осенью в оранжевый цвет. Едешь, да, смотришь на нее сверху, там, с горы, да? Она оранжевая. Спасибо вам, дорогой профессор, доктор наук. Вот, вы правильно научили, как правильно сгноить. А ведь люди думаете, как, если эту ямку сделали для яблони, по недоразумению грушу, он не знает, что груши сгнивают только так, яблони крепкие. Но люди и абрикосы так давай садить. Вы не знали об этом? И сливы, и вишни, и черешни, и все, 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 все. Погибшими были в ямках, низинах. Провозвышенные места для деревьев кустарника видел в одном заграничном видео. Я, кстати, дочитаю. Где фермер для них делал высоко полметра и ряд отряда 25-30 метров. Ну ладно, там, видимо, другие масштабы, есть деревья-гиганты. Там надо 25 метров. Так, а между ними овощи и прочее. Затем гряды Хольцера, Смолинского, Виноградаря, Чугуева. Познакомившись с вашими буграми, я старался глубже вникнуть в их суть. И для себя сделал соответствующие выводы. И чтобы сказать, что в природе это не работает, я просто не могу. У меня растет голубая ель, посаженная родителями больше 50 лет. Из окна вижу, как ее бугор увеличивается. С уважением к вам, Николай.